управление ГАИ Республики Башкортостан, капитан Петров Владимир Валерьевич, честь имею. Да ладно, документы не надо, хотя нарушение у вас было, разговор по сотовому телефону. Но в честь наступающего праздника мы очень хотим вас от имени начальника управления ГАИ Республики Башкортостан, от всего коллектива ГАИ Республики поздравить вас с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, всего самого лучшего. И... вот этого. Я честь имею. Спасибо. Первый раз вас так поздравляют? Да. Давно за рулем? Ну да, давно. Поздравим вас. Приятно очень. Спасибо. А как почаще бы так только останавливали. А когда вас начали останавливаться, какие первые мысли были? Ну, я не успела сообразить, я просто действительно разговаривала телефон. Акция посвящена поздравлению женщин-водителей с наступающим праздником Международного дня 8 марта. Уж сегодня идем, конечно, на, сами понимаете, на снисхождение женщинам. За мелкие нарушения, да, пропускаем. Здравствуйте, скажите, первый раз вас так останавливают? Вы знаете, первый раз повезло, на самом деле. А когда видели жезл, о чем подумали-то? Ну, вы знаете, я как-то не заметила. Я думала, наверное, что это нарушил, потому что оттуда выезжала. Думаю, мало ли. А вообще очень неожиданно. Как вы вычисляете женщин? Ну, это женщин. В основном транспорт, большинство у нас ездит все-таки с нормальными окнами, и это за 20 лет, извините уж, кто управляет машиной, уж это научился, моя профессиональная привычка. И обычно у женщин маленькие такие машины, вот, ярких цветов, красных или там вот, то есть сразу на дороге они выделяются.